нужно, первое, что если у вас появились эти симптомы, вы, значит, вызываете врача на дом и постельный режим. Нежелательно, не то что нежелательно, не нужно находиться в местах массового скопления. Если у вас в доме появился больной с гриппом, изолировать обязательно его в отдельную комнату, проветривать помещение в день несколько раз, 3-4 раза по 30 минут, так как вирус, свежий воздух губительно воздействует на вирус гриппа. Отдельная должна быть посуда. Отдельные предметы. Обычно температура держится от 1 до 3 суток, но иногда до 6-7 суток. Выздоровление наступает на 7-9 день.